И давно уже подписчик нашего канала? Годик. Ну, я в первую очередь приехал на эту выставку выбрать себе комбайн. Вот у меня есть два комбайна, я никак себя не поделю. Либо класс, либо это будет Россельмаш. Россельмаш у меня уже есть, хочется что-то выбрать помощнее. Ну, качество мне вот из того, что есть у меня, не устраивает. Вот я сейчас с ними веду диалог. Говорю, если вплоть до того, что мы сейчас разговариваем, что я говорю, вы поставьте мне их в поле, я даже два дня поработаю, пойму, как бы деньги есть, я вам сразу могу оплатить. Ну, чтоб я только понял, потому что те, которые у меня есть, я недоволен. И еще раз смотрю класс комбайн из-за того, что в этом году очень хороший опыт у меня получился на кукурузе. И опять же, те комбайны, которые у меня есть, они не оснащены для того, чтобы убирать кукурузу, как бы. И вот сейчас есть очень хорошая пропозиция у класса, там гибридный комбайн. Вот его тоже рассматриваю. Но они никак не могут сложить цену. Как бы, я даже 90% пришел, что класс возьму. Вот. И каждый день мы расширяемся, земли у нас приходят. Хочу купить пропашную сеялку. Вот тоже хожу, рассматриваю. А так, а самое главное, это выставка. Вот вчера я приехал, очень много друзей повидал. Я меньше даже был на выставке, чем мы посидели, продискуссировали. Это такое место, где можно всегда собраться, встретиться, пообщаться, опытами поделиться. Еще самая главная задача у меня на сегодняшний день стоит, это по постройке зала. И, честно говоря, это для меня вообще новое. Вот я приехал тут поузнавать, кто что подскажет. И хотелось бы, может, на ваш канал кто-то напишет отзывы. Я тоже блогер, у меня канал Ernest Nautil. Можете подписаться и там тоже оставить. Я рассмотрю любые варианты. Как бы, ну, я же говорю, это новое для меня, мне надо пройти это теперь. Вы на Юг-Агро приехали зачем? С какой целью? Ну, нам надо было плуг купить. Ну, приехали и купить, и посмотреть, и погулять, и много чего нового узнать. Да. Мы уже второй день здесь. Мы первый раз вообще здесь. Как бы, ну, да. Но впечатление. Отлично. Все очень красиво, конечно, хорошо. Дорого. Что радует? Радует урожай. Урожай хороший. Да. Все дорого. Минеральные удобрения выросли в цене, селитра выросла. Неизвестно, как будет на следующий год и какая цена будет и вообще как. В этом году позволил нам собрать, ну, урожай больше, чем в прошлые годы. Успели до снега, ну, чуть-чуть не успели, скажем так, чуть-чуть не успели, но убрали все. Урожайная средняя по рапсу 26, по пшенице 42. Лучшее поле с пшеницей 65. Раб 44. Потому что по району, в общем, намного все ниже. Мы применили семена новые, современные, удобрения по полной программе. Ну и, наверное, все-таки погода была такая, что в нужное время шли дожди. Скажите, а цену на пшеницу какую сейчас предлагают внутренние потребители? Не устраивает ли она вас? Ну, маленько не устраивает. То есть сейчас цена опустилась до 14 800 рублей с НДС за тонну. Скажите, а семена какой селекции вы присылаете? Все заграничные.
Пшеница немецкая, австрийская, французская, рапс-гибриды, тоже, то есть Германия. А у вас вообще отечественные семена хоть по какой-нибудь культуре в ваших краях? Да, есть много, мы используем тоже, то есть у нас сорта алтайской и новосибирской селекции. Это новосибирская 15, новосибирская 16. Но за границей она скрывает, да? Нет у нас потенциала. По нашим сортам никто не работает. Все с советских времен вытаскивают эти сорта, и у них потенциальное урожай 40. А на импортных это 100 и больше. То есть вот на будущий год мы поставили себе планку 80. Получить 80 центнеров, я думаю, мы ее добьемся. Вы уже семена покупали для будущего посева? Семена уже законтрактованы все. Нет только удобрений, сложных причем. Закуплен КАС, закуплен КАС. Нет сложных удобрений, проблема. Скажите, вот вы семена иностранные, по какой цене продаете? Вам хватит, это же доставка все равно. Ну, в прошлом году это было с доставкой на место элита 40, от 38 до 45 рублей за тонну. Пшеница. Мы работаем практически по всей стране и за границей. Сюда приехали просто познакомиться лично с тем, с кем работаем, потому что общаемся обычно по телефону и все. А здесь вживую увидеть, поговорить, обменяться успехами и неудачами, понять, что, допустим, что у кого-то чуть хуже, чем у нас. И нам от этого легче становится. Мы думаем, что у нас все плохо, а оказывается, есть у кого-то хуже. Значит, вот специально подошел к Агробуку. Это компания, которая освещает все сельское хозяйство 10 минут. Они делают очень большую работу. И я считаю, что если мы получаем высокие результаты, то освещение этих высоких результатов самое лучшее в Агробуке. Вы большие молодцы, что находите самые актуальные вопросы и находите одни из самых первых. И показывайте все России. Очень здорово. Спасибо огромное. Не, находите людей, находите информацию. Это очень интересно. И на перспективу, и на сегодня, и так далее. Большое вам спасибо. И вам спасибо. Если бы мы были молодые. Хотел вам рассказать о абсолютной новинке на этом рынке. Абсолютной новинке вообще на рынке России, представленной буквально месяц назад. Такого трактора не было до этого никогда в России. То есть это уникальный по своему сочетанию трактор, по сочетанию мощности, габаритов и веса. Идея этого трактора заключается в том, что он прекрасно себя может показать и на почвообрабатывающих операциях с плугами, культиваторами, боронами и так далее. И в то же время он прекрасно себя зарекомендовал в Европе, потому что это прям европеец, чистый европеец. Он к нам приехал из Австрии, из Сан-Валентина. В Европе он себя прекрасно зарекомендовал как трактор для кормоуборочных операций. Уникальность этого трактора заключается в особом сочетании мощности и габаритов этого трактора. То есть он находится на стыке двух классов, 7 и 8. При мощности 300 лошадиных сил он имеет габариты 2,55 ширины. В этом году на выставке ЮКАГРА комбайновый завод «Россельмаш» представил уникальную новинку – комбайн 6 класса Т-500. Вот, комбайн с производительностью до 30 тонн в час, с увеличенным клиренсом до полуметра, с мощностью двигателя 360 лошадиных сил, с площадью под барабаня 3 квадратных метра.
сегодня на ЮКАГРА мы презентуем несколько новинок. А первое – это рестарт, которая не имеет аналогов в мире. Это деструктор имазамокса и имазотопира. Также рядом канистра биослипа. Это инсектицид, который на протяжении 3 лет показал высокий результат против чешуекрылых. А сейчас у нас разработка проходит широкомасштабные опыты. Это системный биологический фунгицид. Новинок также нет. Также у нас вышло приложение цифровое. О нем более подробно расскажет наш директор Алексей. Я генеральный директор компании А201. Мы в партнерстве с Bionovatic разрабатываем цифровое решение для агросопровождения. В этом году мы провели его обкатку в нескольких местах. Один из успешных опытов – это в Узбекистане, американский холдинг Silverleaf, который мы вели совместно с нашими партнерами весь сезон, с хорошими результатами. То есть это можно посмотреть вот прям на, как бы, вот уже урожай, который собран, собирают в этот момент. И у нас получается эта система ведения хозяйства, которую мы проверяли, вот обкатывали на протяжении всего сезона. Здесь мы представляем наши новинки регистрации, гибриды подсолнечника, гибриды кукурузы, которые в этом году мы имеем возможность поделиться блестящими результатами урожайности новых продуктов, показать, предложить клиентам, попробовать, понять, чем мы выгодно отличаемся от наших конкурентов, представляем семена, представляем наши сервисы, представляем наш подход к прямым продажам. Да, к сожалению, прошлый год мы выпали из возможности представить клиентам наши продукты, в том смысле в рамках этой сельскохозяйственной выставки. Вот мы дождались этого текущего сезона, и сейчас мы имеем возможность наблюдать наших счастливых клиентов, которые тоже соскучились за нашими предложениями, за нашими продуктами и за живым общением.